Небольшие позитивные моменты. В приюте началась вакцинация и обработка хвостика. За чередой совсем безрадостных событий, которые последние дни происходят вокруг нас, мы совсем забыли написать о наших текущих приютских делах с собакой Семашка. И хоть и небольших, но все же позитивных моментах. Еще позавчера нам удалось немного пополнить арсенал лекарств и витаминов для наших кошек. Приобрели для них различные препараты для поддержания иммунной системы, катазал, юберин, фитокальцевит, а также анандин для глазок и дехинил как противопаразитное. Кроме того, самым маленьким щенкам приюта, как и планировали, закупили и даже успели сделать прививки сывороткой Гексан. Теперь будем подготавливаться непосредственно к самой вакцинации хвостатых. Собачкам же постарше взяли пирантел для противопаразитной обработки и, как говорится в кавычках, на сдачу тот же фитокальцевит. А также приобрели 10 вакцин мультикан. Больше, увы, пока не получилось. Препарат не из дешевых, а надо его с учетом нашего количества хвостов, ну, очень много. Поэтому прививаться, как всегда, будем поэтапно, по принципу, кому больше всего необходимо и у кого уже подходит срок прививки. И это не позволяет больше ждать. Но ту же глистоконку уже прошла добрая половина наших обитателей. Поэтому при наличии средств будем незамедлительно закупать и продолжать необходимую профилактику, плановую вакцинацию наших хвостиков. Причем вас не должно смущать название собаки Семашка, это не значит, что котам как-то тут так не так относятся, просто их в значительно меньшем количестве есть в приюте, ну где-то один, другой десяточек точно наберется. А вот собак уже более сотни.